Доброго времени суток, уважаемые зрители. Мы продолжаем кооперативное прохождение чистого ванильного Майнкрафта. С вами, как обычно, я, Костя, Димон. Привет, привет. И Антоха. Всем привет. Итак, в прошлой серии мы закончили на том, что я вернулся из пещеры с кучей всякого хлама, но алмазов так я пока не нашел. Кстати, я нашел пластинки. Они нам пока не нужны, но это тоже... Такая интересная вещь. Когда у нас много алмазов будет, тогда мы ее, так сказать, пустим в действие. Ну а сейчас тут были желающие переночевать, поэтому ложимся в кровать. Тох опять там жестко клацает. А, скелет свалил. Нет. Через пару цветать будет тоже. У тебя стрела прямо в голове торчит. И в затылке, и во лбу. Так, теперь надо поскидывать весь хлам. Куча красной пыли у нас уже. Так, что тут еще такого? Ага. Я золото ставлю на переплавку. Лазурит спрошу. Кремень. Уголь. Что еще? Ага, стрелы. Пластинки тоже. У нас... Морковку нашел, кстати, одну. О, так это, положи ее в ящик с едой, я ее посажу. Пластинки у нас C418. Что, две одинаковых, что ли? А, нет. Чего странно. 418, кэт и мол. 418, 13. Странно. Гнилую плоть скину. Что? Что это ты говорил? 418? Эти пластинки. А, вижу, да. Странные. Почему вот это все? 25 золотых слитков. В принципе, вот я не помню, для чего там надо еще золото, кроме часов и золотых яблок. Так, замшелый булыжник. Скидываю. Камень. Гравий. Обычный булыжник. Вот я мою лопату забыл. И, кстати, да, мне тоже надо инструменты сделать. И факелов еще взять. Инструменты, что тут мне надо? Мне надо... Ну, топор можно взять на всякий случай. И кирки. Сейчас я поделаю. А зачем там есть лежит? Кирки? Ну что, я не видел. Железо 52 у нас уже. Неплохо. Я думаю, для чего нам оно сейчас нужнее. Из него можно сделать, во-первых, наковальню. Ну не знаю, она как-то, по-моему, пока особо не нужна. Или из нее можно сделать железного голема. Из чего? Из железа. Антоха, а ты там он... что делаешь? На... Потом она бросится на нас и съест. Из железа. А себе эту лопаточку взял. Железную? Угу. Да не, это отстой. Ты чё, она нормально. В ней... Не надо на тебе. Смысла нету. Перерасход. Ресурсов. Да. Раз уж речь зашла о разных разновидностях лопат, вот статья про лопату из Википедии по Майнкрафту. Как можно увидеть из этой статьи, двумя основными параметрами, которые меняются в зависимости от варианта лопаты, является прочность и скорость добычи различных блоков этой лопатой. В плане прочности у каменной прочность в два раза выше, чем у деревянной, у железной в два раза, ну приблизительно в два раза выше, чем у каменной.
А вот у золотой прочность даже ниже практически в два раза, чем у деревянной. Поэтому смысла в золотой лопате вообще практически нет. Конечно, да, скорость добычи блоков у нее самая высокая. Непонятно, правда, почему, даже выше, чем у алмазной. Но с такой прочностью смысла в ней, по крайней мере, я не вижу. А вот алмазная, хоть она и довольно дорогая, но ее прочность окупает ее цену. Тем более, если ее зачаровать, если зачарование будет еще и на прочность, то это будет вообще довольно-таки серьезная лопата. А ведра есть у кого-то? Ну, у меня два мои личные. С водой и с молоком. Вы, кстати, тоже можете каждый себе сделать по ведру. Так, инструменты основные сделал. Можно опять отправляться в шахту за поисками алмазов, потому что без алмазов будет туго. Без алмазов мы, собственно, и не можем дальше продолжать. А еще я сделаю золотое яблоко. На кой? Кстати, блин, я не помню. Я не помню, на кой? Не, не на кой. Оно... Я не помню точно, какие у него там свойства. Ну, оно очень ценное. Я его с собой буду носить. По-моему, оно там и регенерацию дает, и защиту. Это ты о чем? О золотом яблоке. Защиту, получается, поглощает урон, который ты получаешь. Короче, оно может спасти в очень опасной ситуации. По-моему, если его кинуть, да, какой-то урон он дает тоже. Ну, по-моему, кидать его нельзя. Только съесть можно. Так, ну опять я возвращаюсь в пещеру. Карту я скину в ящик, она мне абсолютно не нужна сейчас. Карта будет, ну, там где у нас бумага, там где пластинки. И отправляюсь обратно. Самое гениальное, что спустя много лет я читал лекции по актерскому мастерству. Вот, наверное, в этом месте я буду продолжать копать вниз. Эта старушка, знаете, чтобы которая реагировала на мои слова раньше, но не переводить. Я закончил смысл, опять гравий. О, админиум. Админиум это что, красная или что? Коренная порода, которую нельзя разрушить. Значит, вот где-то на этой высоте я сейчас буду по прямой копать. И, по идее, должны встретиться алмазы. Ебана мать. Что там? Там прямо сверху комнатки, которую я рыл, лава хлынула. Я успел оттуда выбежать, но комнатка... Кранты комнатки. Сейчас надо с другой стороны подкопаться и загасить этот источник лавы.
Блин, какие-то странные лавовые озера здесь. На разных высотах лава. Ага, вот похоже я уже почти докопал. Да, это оно. Ух, ёпт. Там слышно агитацию. Угу. Чтоб знали, это передача Майнкрафта записывается на территории Украины. Да, есть такое. Ого, опять тут какие-то выход в пещеру. Пока в Украине відбувається революция, мы записываем Майнкрафт. Вот как-то так. Еще красная пыль видна, но красная пыль меня не интересует сейчас. Антон, что ты сейчас там делаешь? Футбольное поле делаю. А? Ё-моё! Что такое? Это что там такое? Что-то ты сделал. Я сделал оплот добра. Ты какие-то роги сделал в этом крепости. Ну, это ты плохо так понимаешь. Димон дошел уже до воплощения своей мечты. Если немножко скрыть о грехе, то можно подумать, что он делает статую Иисуса. Ого. Как в Рио-де-Жанейро. С распахнутыми в сторону руками. Так, у меня закончились строительные материалы. Это очень плохо. Так, вот я вырыл к той комнатке, с которой начинал. Сейчас я, по идее, нахожусь как раз над первым слоем админиума. Вот где-то так по прямой сейчас я и буду рыть. В принципе, железо у нас уже довольно-таки достаточно. Так как я тут сам рою, я буду рыть железной киркой. Чтобы это дело все быстрее происходило. Ох, ничего себе. Я вырыл в тот тоннель свой, в котором я уже когда-то рыл. Офигеть. Четко в него врыл. Интересно. Получается развилка теперь тут. Смотри, там Леша, у тебя есть компас. Так, мне нужен песок, песчаник. Там, кстати, у нас рядом с нашим биомом пустыня есть. Там безграничные запасы песчаника для тебя. Оп, железо. Железо это хорошо, но... Это не то, что я ищу. Как
Смотришь на свое детище? Нет, ищу эти. Песок еще. Да вон он на берегу. Красная пыль. Можно, конечно, раскопать ее. Бывает иногда такое, что рядом с ней алмазы. Ты мне так и не объяснил, что ты строишь. Это секрет, ты увидишь. Ох, колдун. Колдун-то опасно. Так что я молоко с собой. Мелкие жители. Что за мелкие жители? Коротышки. Гоблины. Золото. Что только не встречается, но не алмазы. Я в ловушке. Димон, подойди, где находятся наши загоны. Сейчас, я сам тут в ловушке. Я выкопал хрень, сейчас бегу. Ты в ловушке природной, а я... В техногенной. Так, загоны, я бегу. А вижу там, тебя. Кто тебя, Антоха, зажал? Что тебе надо? Антон. Опа. Что-то случилось. Антоха покинул игру. И скайп он тоже вылетел. Или его... Наверное, сеть, наверное, бахнулась. Наверное, да. Вот спасение из его ловушки. Ну, из сервера он вылетел, его, во всяком случае, не завалят. Ух, ё-моё. Я докопал до очередного озера лавы. Плохой вариант. Попробую в другую сторону копать. Потому что раскапывать, тушить его, это довольно длительное дело будет. Что да, туда. Редстоун еще. Уголь еще. Да, плохо, что Антошка вылетел. Да, плохо. Ну, сейчас уже эту серию доснимаем и выясним, что там произошло. Может, он сам к этому времени уже зайдет. Может быть. Песочек-то нужен. Так надо выбраться в пустыню и добыть его. Ого! Что-то стрелы пронеслись. Блин, меня уже заколебали эти подземелья. По-моему, месяц назад, когда мы то вот играли, я тоже в подземельях же был, рыл. У нас, наверное, энное количество серий будет рытье в подземельях. Надо будет.
по-другому чуть снимать. Железо. Бабах. Что там? Взорвался наш товарищ. Хоть не в хате? Не, на улице. У Антошки его футбольное поле. Ух ты. Или это я у тебя, или это у себя я слышу овец? Но я возле них. Так. Я сейчас нарушаю правила техники безопасности, рою прямо над собой. Странно как-то, алмазы не встречаются. Кто? Алмазы. Ага. И высота вроде бы нужная. Кстати, время серии подошло к концу. Поэтому, наверное, мы здесь и закончим. Заодно и выясним, что там, куда Антоха пропал. Да. А ты там как, на чем остановился? Прием. Ну, опа. О, появилась пара. А у нас тут как раз время серии к концу подошло, и мы собирались тебя заодно идти искать. Эту серию... А что ж там случилось? Ну да, кстати. Расскажи наше. Напряжение. Скакнуло напряжение, вырубился комп. А, соответственно, да. Все оборвалось. Ну вот, кстати, да, это такое дело очень гнусное. У меня у самого пару дней назад, вообще последние пару недель, сейчас же зима, минус 15. На улице было и минус 20. Тут тоже напряжение сильно скачет. Было и 195 вольт. Дело в том, что даже этот самый не помог. Кто, бесперебойник? Ну да. А он же, кстати, не помогает. Нужен стабилизатор. А, ну тут у меня стабилизатор напряжения не стоит. Ага, ну тут. Ну, настолько мало, настолько мелко упало, что есть, не стабилизатор старый советский без сна. Вот он точно тебе поможет. Или Днепр, как он там называется, что не помню. Да вряд ли, сомневаюсь. Димон, что ты видел, какой тут замес был? Я только к тебе пришел, смотрю, ты стоишь возле оградки и исчез. Да видишь, сколько там криперов было? Ну, я видел, один крипер твое футбольное поле бахнул. Вот гад. Но я его шлепнул и, по-моему, дырку залатал. Хорошо. Итак, мы эту серию завершаем. Спасибо, что смотрите нас. И до встречи в новой серии. До встречи. Всем пока. Всем пока. Всем пока.